Приветствую вас. Вы знаете, первое, что мне хотелось бы сказать, это про то, что вам желательно бы изучить тему созависимости. Ибо тема созависимости – это то, что достаточно сильно проявляется, на мой взгляд, вот именно в том, что вы описываете, вот, то есть, как бы вы не можете ее отпустить до конца сами, вот, вы очевидно, совершенно очевидно, к ней привязаны, вот. И вы хотите быть, собственно говоря, с ней, вот. Вам это нужно, вам нужно быть с ней, вот. И на самом деле, до тех пор, пока эта ситуация будет развиваться вот примерно так, вот примерно в таком ключе, вряд ли что-либо изменится. Вот. Потому что, по сути, Вы сами ответственны за то, что делаете. Вы сами ответственны за свои действия здесь. Понимаете, какая история? Вот. И вам, именно вам, нужно принимать решение. Вот. Самостоятельное решение. То есть, если вы хотите жить счастливо, да, допустим, если вы хотите жить счастливо, то момент здесь такой, что вы готовы для этого сделать, для того, чтобы, ну, быть счастливым, жить счастливым. Вот. То есть, вы время ждете от нее какого-то решения, да, какой-то реакции. Вот, время вы ждете от нее чего-то. Но она вам, в общем и целом, не должна ничего. То есть, как бы, ее позиция, да, это ее позиция. И она вот такая сейчас. Ее позиция именно такая, что она не готова, не может на данный момент дать вам то, что вы там, например, хотите, допустим, вот. Понимаете, вот, и это нормально, то есть данная история, нормально. Вопрос заключается в том, как вы воспринимаете это, понимаете, вот. Что вам не хватает, вот. Ну, конкретно, вот. Что вам не хватает, что вам нужно, понимаете? Вот это то, на что стоит обратить внимание. И когда вы будете брать на себя личную ответственность,
Когда вы возьмете на себя личную ответственность за то, что, собственно говоря, происходит сейчас с вами, вот только тогда ситуация начнет меняться, понимаете? Только тогда, и не никак по-другому, не по-другому не получится. С вашей стороны, тоже есть вопросы, конечно. То есть понятно, что дело не только в ней, да, но и в вас, это понятно. Например, почему гражданский брак? Вот. То есть почему вы сразу не сделали ее своей женой, если вы там ее любите или любили, да? Вот. Это первое. Второе. Бывший. Вы здесь проявили себя, знаете, как бы это сказать, вы проявили себя неуверенно. То есть вы проявили себя как неуверенный мужчина. То есть вы там отводили его куда-то, да, потом пытались что-то решить, пытались ему что-то объяснить. Вот, как будто вообще человек может такие вещи понимать, да. Если бы он понимал, да, он бы, грубо говоря, никогда бы не полез бы к ней, вот. А так раз полез, значит, совершенно логично, что ему как бы все равно вообще, вот, понимаете? Поэтому на вопрос скорее к вам, опять же. Но этот вопрос скорее к вам. Как вы восприняли? Ну вот. Ее бывшего мужчину. Вот. Как и почему именно так вы восприняли? То есть можно было бы по-другому воспринять? Можно было бы по-иному воспринять? Да, да, можно. Можно было. Вы смогли это сделать? Нет, нет, не смогли. Из-за чего? Из-за ревности. Ну, скорее всего. Я так думаю. Вот. Я так думаю, что дело все в ревности. Вашей неуверенности в себе. Вот. Ну и, соответственно, в этом направлении вам и нужно работать. То есть не отпускать ее, да, она быстро разбирается. Зачем делать какие-то выводы? Тем более выводы могут быть здесь поспешным. Вот. Зачем? Я не думаю, что это правильно. Правильная позиция. Вот, я думаю, что
нужно спокойно разобраться в себе, спокойно посмотреть, что вы хотите, вот, и уже, исходя из этого, действовать, вот. То есть жить для себя. Знаете, вот ваша проблема в том, что вы для себя, по сути, не живете. То есть вот, ну, вы как бы не можете для себя жить полноценно. Вас все время сбивает что-то. Она, вот она вам написала, все, вы сразу бежите к ней. Вы сразу думаете о ней. Понимаете? Я как бы не виню вас в этом. Да, я не виню вас в этом. Но я хотел бы, чтобы вы отдавали себе в этом отчет, что это происходит. Что это происходит с вами. Именно с вами это происходит. Вот. Знаете, какая история? Я хотел бы, чтобы вы это понимали для себя, вот, и брали ответственность, понимаете? Вот это то, что мне кажется важно, важно для вас. Только так можно, наконец, да, что-то изменить. Только так можно что-то поменять. По-другому, к сожалению, нет. И боль, которую вы испытываете, да, вот боль, то, что вам больно, я верю. Я верю в то, что вам больно. Но дело здесь не в ней. Не в девушке дело, а в вас. Посмотрите. Вы пишете так, значит, ну, вот тут ошибки есть, да? Вы пишете, нет идеальной семьи без ссор. Понимаете, как вам сказать? Идеальной семьи нет. Тут вы правы. А вот без ссор семья вполне себе есть. То есть жить без ссор — это нормально. А отношения без ссор — это как бы тоже нормально. То есть нормально, когда люди не ссорятся, вот. Но для этого, конечно, нужно соблюдать определенные условия, это безусловно. То есть так вот само по себе, да, это, к сожалению, не получится так, вот. Поэтому, если у вас, например, таких условий не было, да, если у вас таких условий не было, допустим, то есть если вы, ну, не смогли вот, адекватно выстроить отношения, это не значит, что не бывает идеальных семей, вот, кроме того, у вас по факту, да, у вас и семьи-то нет, у вас нет семьи, потому что
как бы это не семья, ну вот, то, что у вас, да, это не семья, потому что у вас именно гражданский брак. Значит, гражданский брак – это не семья. Это, скорее, ну, иллюзия. Понимаете? А девушка, она, скорее всего, опять же, не чувствовала себя в безопасности. Вот. С вами, например. Что и послужило основанием для того, чтобы бояться. Что и послужило основанием для того, чтобы не чувствовать себя в безопасности. Понимаете? То есть, я, опять же, вас не обвиняю сейчас. Я просто хочу, чтобы вы поняли для себя важность момента, что дело не в ней, да, дело не в ней, дело в вас. Дело в том, как вы себя ставите в отношениях. Понимаете? Вот. И все. Поэтому тут только вам решать, что будет дальше. Ну, между вами, например. Что будет между вами? Подумайте. Значит, подумайте, чего вы хотите. Для себя. Просто для себя, не для кого-то, да, а именно для себя. Чего вам бы хотелось? Вот. В чем бы вы нуждались, например? Чего вам не хватает во всей этой истории? Вот. Именно здесь, в этом аспекте. Подумайте. К чему вы стремитесь? Именно здесь, в данном аспекте. На что нацелены ваши силы? Ведь вы же не будете отрицать того, что не совсем на эту девушку у вас нацелены ваши силы. Вот. Вы же не будете отрицать, я надеюсь, этого. Вам нужно что-то другое. И хотите вы, скорее всего, тоже чего-то другого. Так давайте подумаем, чего вы хотите. И реализуете вы это сами, самостоятельно, а не через другого человека. Потому что другой человек, он не должен вам давать то, что вы хотите. Но просто потому, что он может не знать
того, что вы хотите. Вот. Понимаете? Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительных вопросов, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, буду рад помочь разобраться, буду рад скорректировать вам вашу позицию. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!